жители дома номер 33 по улице Вознесенской. Хотим обратиться к мэру города Михаилу Исаеву и губернатору Валерию Радаеву. Уважаемый Михаил Александрович, мы третий день сидим без воды, абсолютно. Наша ветка водопровода относится к детскому саду. Детский сад в понедельник начал ремонт. Сотрудники водоканала перекрыли эту ветку, сломали вентиль. Чинить его никто не собирается. В доме, вот в этом доме 12 квартир, еще 3 дома во дворе, вот дети, практически у всех есть дети, и детский сад. Все остались без воды. Куда обращались? В администрацию Волжского района, в администрацию города, в водоканал многократно, который отвечал, что ждите, все, бригада выехала, вот она уже третий день, все едет. Сотрудники водоканала, с которыми связывалась заведующая детским садом, выставили счет 10 400 рублей за починку вентиля, который они же сами и сломали. То есть они за свою ошибку еще и требуют денег. Мы все вот третий день уже абсолютно без воды. Полдома детей, ни пить, ни есть, ни в туалет, ни искупаться. Мы ничего не можем, мы бегаем по колонкам. И даже не у всех жителей есть такая возможность. Мы очень просим вас заняться этим вопросом. Помогите нам, пожалуйста, вернуть воду в дом. Я вот сидела на горячей линии 2 дня. Мне все время отвечали, завтра, послезавтра, вечером, после обеда. А сегодня вообще сказали завтра. Безобразие, безобразие. Я хочу обратиться от всех жильцов, особенно от пенсионеров, от инвалидов, к губернатору и к нашему мэру. Примите, пожалуйста, меры. Третий день наш дом сидит без воды. Куда только не обращались наши родители, но все безуспешно. Город, верните, пожалуйста, воду.